Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как в устройство HTC Desire 21 Pro вставить сим-карту и карту памяти. Для данной операции нам пригодится такого рода инструмент. Берем наше устройство, находим слот под сим-карту и карту памяти, который у нас находится здесь, и вставляем инструмент в дырочку на слоте. Слот выскакивает, тягиваем его нашими ручками. И затем сюда по форме вставляем карту памяти. И сюда сим-карту. И затем в том же виде вставляем это все обратно в устройство. И как видите, от меня сию же секунду требует пин-код от сим-карты. Что значит, что сим-карта читается. И также появилось оповещение. Обнаружена карта памяти. Тревога. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!